Мехмет Азан Далунай родом из турецкого курортного города Анталия. Он родился в 1991 году. Высшее образование будущий актер получил на машиностроительном факультете престижного университета имени Рахмакоча в Стамбуле. Затем Мехмет 2 года учился на театральных курсах в студии Крав. В это время молодой человек пробует себя в области сочинения электронной музыки. Известно, что он принимал участие в передаче «Кто хочет стать миллионером». Его работа в кино началась в 2015 году в сериале «Сладкие маленькие луга», где он исполнил роль барыш. Затем Мехмет Азан Далунай начал работу в сериале «Сполиспорт», который закрыли после 3 неудачных серий и провального рейтинга. В 2016 году он проходит кастинг в сериал «Высший свет», где играют молодые звезды турецкого телекино Хазар Эрчуглю, Мерич Арал и Эзгин Остюр. Работа в сильной актерской команде крайне важна для него. Это не только хорошая школа, но и прямой путь к повышению собственного рейтинга, достижению узнаваемости среди зрителей. В сериале Мехмет Азан Далунай играет роль ленивого представителя высшего общества, для которого характерны такие качества, как распущенность, вседозволенность, склонность к лукавству и даже небольшому мошенничеству. В этом фильме роль Мерт, которую исполняет молодой актер, тесно связана с женской ролью Дже, которую играет более опытная известная актриса Мэри Чарал. Отношения между Мерт и Дже составляют вторую независимую линию в сериале «Высший свет» и будут любопытны для телезрителя. В заключение можно вспомнить о высоком росте актера 1,80 м, в то же время Мехмет Азан Далунай имеет небольшой вес 75 кг для такого роста. На данный момент Мехмет Азан не